Сорт томата Брендивайн абрикосовый. Это высокорослый сорт, высота куста 1,82 м. Среднеспелый, 100-110 дней, проходит до сбора урожая. Лист картофельный. Плоды плоскоокруглые, абрикосового цвета и массой от 300 до 400 грамм. У этого сорта очень насыщенный томатный вкус. Мякоть у него кремообразная, сладкая и сочная. Формировать растения нужно в 2-3 стебля. Также растение требует посынкования и подвязки к опоре. Вот так выглядит сорт в разрезе. Очень сочный, очень мясистый. Мякоть оранжевого цвета, многокамерный. Сорт подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в теплицах.